Так, друзья, всем привет! С вами Евгений Вергус, и в этом видео мы поговорим о заработке и о результатах. То есть, даже можно сказать об упущенной выгоде лично вами, большинство из вас, потому что 99,5% из тех людей, которые сейчас смотрят это видео, знали намного ранее о том, о чем я сейчас буду говорить. То есть, я уже вам об этом рассказывал, но, к сожалению, больше 99% не сделали ничего, и, соответственно, вы потеряли огромное количество денег. Давайте сейчас немножко с вами посмотрим на мои результаты и о том, о чем вы уже знали ранее. Да? Все говорят, что мы хотим зарабатывать, нам нужен заработок, нам нужны деньги, мы просто хотим там воплощать свои мечты, там, я не знаю, покупать себе какие-то вещи, подарки, там кто-то хочет закрыть ипотеку, кто-то хочет там рассчитаться с какими-то долгами и так далее. Нам нужны деньги, Евгений, нам срочно нужны деньги. Как быть? Как быть, что делать? Друзья, что делать и как быть, я рассказываю уже на протяжении 7 лет. Но, к сожалению, многие из вас вообще ничего не делают и не применяют на практике то, что нужно делать. Давайте посмотрим. Вернемся на 3 месяца назад и простой посмотрим вариант, вообще самый простой, элементарный, это так называемый пассивный доход, когда нужно сделать один раз определенные вещи и, как говорится, просидеть, подождать 3 месяца на попе ровно, ничего не делая. Что же мы получаем в итоге? О чем я говорю? Я говорю о биткоине, и вы знали о нем давно, я уже давно о нем рассказывал, я выпустил давно курс. Этот курс хорошо продавался, многие, кто-то из вас внедрял, большинство, конечно, не внедряли и не применяли. Даже самый простой вопрос, который требует наименьших затрат, то есть купить биткоин один раз, когда это было сказано, и, соответственно, подождать. Давайте посмотрим. Это сайт CryptoCompare, здесь можно вносить данные, по каким ценам, когда вы покупали, смотреть рост. Давайте посмотрим на простую вещь. Вот, 23 июля 2017 года, то есть 3 месяца назад, чуть больше, ну 3 месяца будем считать, да? Сейчас начало ноября, 3 месяца и неделя. То есть август месяц, да? Сентябрь, октябрь, вот все, 3 месяца прошло. Я купил биткоин по цене 2658 долларов. Вот он. Тогда мне говорили, кто будет платить деньги за эти биткоины, такое большое количество, это так дорого и так далее. Вы должны понимать, да, я говорил об этом неоднократно, можно покупать любую сумму. У биткоина есть 1-миллионная доля, так называемая сатоши, купить вы можете хоть на 200, хоть на 300 рублей. Не нужно покупать один биткоин, да. Тогда биткоин стоил 2658, вот на тот момент. На данный момент биткоин стоит 7225. То есть, вы видите разницу. 171% за 3 месяца только на биткоине. Ничего не делая, это пассив. То есть, я купил в конце июля, когда всем вам говорил и в рассылке, и в курсе. И, соответственно, вот прошло 3 месяца. Плюс 4566 долларов. Давайте возьмем калькулятор. 4566 долларов умножаем на 60 в среднем. Получаем 273 960 рублей за 3 месяца пассива. Делим на 3 месяца. Пожалуйста. 91 320 рублей в месяц. Ничего не делая. И вы мне задаете вопрос. Как зарабатывать в интернете? Где мне взять деньги? Как мне закрыть свой вопрос денежный? Вот так. Слушать, что вам говорят изначально. И все. Этого достаточно. Проблема именно в вас, что вы не внедряете те технологии, те фишки, то, что дает вам возможность, да, то, что дает вам возможность заработать. Мы вам рассказываем, я постоянно веду блог, постоянно веду рассылку, я постоянно рассказываю об этом, то, что работает. Я никогда, никогда не буду рассказывать, никогда не рассказывал о неработающих фишках. Да, это высокорисковый бизнес, да, но увидите, это пассив. Никто никогда вам не даст за 3 месяца 171% на пассиве, без всяких торгов, вы просто покупаете, держите и продаете. Да, биткоин продать нужно там через обменники, да, конечно, вы с этой суммы, возможно, потеряете 10%, но все равно, даже если мы берем эти 10%, то не 170, а 160% за 3 месяца. 160% за 3 месяца на пассиве,
или просто с вами разделим 160 на 3 и получим 53% в месяц. У нас в год банки 7 дают. 7% в год, в месяц 53 на пассиве. О чем можно говорить? Это просто ваше бездействие. Вот и все. Идем дальше. Идем дальше и поговорим сейчас о компании BitClub, о которой я тоже говорил неоднократно. Посмотрите, есть огромная статья. 2959 просмотров. 3000 человек посмотрели. 3000 человек посмотрели. У меня партнеров там, ну, человек 10 зарегистрировалось, да, сейчас они как бы активно работают. Из 3000 10 человек. Смотрите сами, да? Вот вам результат. Вы сами ничего не делаете. Давайте посмотрим на результаты, что же получается. Я в BitClub всего полтора, ну где-то 2 месяца. Давайте посмотрим, что же здесь есть. 0,48 биткоина на данный момент. 3514 долларов. И плюс еще в октябре, вот видите, комиссия была снята 0,02 и 0,3 я вывел, то есть 8 октября. Соответственно, что у нас получается? 0,3, да? Давайте мы даже здесь, если я сейчас выведу, я буду сегодня, завтра выводить, тоже 0,2 отнимем на комиссию и давайте уже считать чистую прибыль. 0,46, да? 0,46, и там у нас было 0,32, 0,3 я вывел, плюс 0,3. Получаем 0,76 биткоин. Умножаем на 7200 долларов, курс на данный момент, и получаем 5472 доллара. И умножаем на 60. Это в рублях. 328 тысяч 320 рублей, да? Можем запомнить эту сумму. 328 тысяч, да? И, соответственно, можем вернуться к нашему биткоину. Здесь еще 4565, да? 4565 умножаем на 60. 273 и плюс 328 тысяч наши, да? 601 тысяча 900 рублей. Это чистая прибыль, это заработок на вот этих вот двух сервисах. Ну, вернее, это часть то, что я держу в биткоинах, да, куплен и он держится, соответственно, идет как инвестиция, да, заработок. И, соответственно, здесь дальше идет у нас BitClub, где идет майнинг и партнерка. Вот добыча полезных ископаемых, это майнинг. Давайте с вами посчитаем чисто сколько за месяц. Вот сегодня 3 число, тут, ну, буквально за месяц и один день заработано. Давайте посмотрим. 0,045 12 умножаем на 7200 долларов. Получаем 324 доллара. Это майнинг, то есть это добыча из тех мощностей, которые я купил. Я купил мощности в BitClub, да, вы инвестируете в пакеты и, соответственно, покупаете мощности. Мощности, которые добывают биткоин. И вы получаете биткоины каждый день. Вот за месяц получилось на майне на 324 доллара. Умножаем на 60, получаем 19491 рубль. Это как раз таки примерно тот расчет, который я сравнивал вот на блоге в своей статье, да. Я рассказывал, что есть у меня фирма, которая добывает эфириум, и здесь есть такие, приводил сравнения, вот сравнения, видите, да. В среднем я писал, что в месяц должно выходить 15-20, так и есть, как видите, вышло 19 тысяч, ну пусть там день отнимем, 18 тысяч вышло. То есть получается, что вот такой вот результат, то есть вы инвестируете и получаете постоянный доход. Плюс, когда вы используете партнерскую программу, я об этом тоже рассказывал здесь, да, то, соответственно, вы получаете, намного быстрее идет окупаемость, да, и, соответственно, вы намного быстрее зарабатываете. Все очень просто, все элементарно. Есть готовое обучение, все есть. Пожалуйста, берите, делайте. Вы каждый день можете получать биткоины. Вы этого не делаете. Он растет и будет расти. Вы уже за эти месяцы потеряли огромное количество, скажем так, денег, да, которые вы могли бы заработать. Это ваша личная упущенная выгода от бездействия. И все. Больше ни от чего.
Как видите, сами, да, постоянные начисления идут, пожалуйста, вот. Все, вот вам идут начисления, 35, 4, вот это в долларах, это вот как раз таки майнинг идет, все это показывается, да, сколько идет в долларах добыча и так далее. Вернее, ну вот количество зеленое, это бассейн, это как раз таки именно майнинг. Кредит — это то, что вот идет там от партнерки и так далее. И вот они, вот такие цены, да. 5000 долларов за полтора месяца заработано. Там за три месяца тоже около 5-4,5 тысячи долларов, да. То есть просто на пассиве. А здесь, конечно, нужно работать. Но вы должны понимать, да, здесь окупаемость идет намного быстрее, потому что вы работаете с партнеркой. Но пока вы не приобрели. И здесь сделано очень круто. Здесь только активные партнеры. У вас партнерка не будет работать до тех пор, пока вы не вступите в проект, не оплатите, не активируете свой пакет и не купите мощности. То есть минимальный вход — это 599 долларов. Пока вы этого не сделаете, у вас партнерка не работает. И это круто, это правильно. То есть здесь только люди активные. И я вам рекомендую заходить в этот проект, потому что уже буквально через несколько месяцев, буквально 2-3 месяца, у компании BitClub будет третий по мощности компьютер в мире по добыче криптовалюты. Понимаете, третий в мире по добыче, сразу после Китая будет идти. Сейчас компания BitClub входит в топ-10, а будет входить в топ-3. Вот и думайте сами, да, с какой компанией вы можете работать. И здесь, соответственно, постоянно идет заработок в биткоинах. Пожалуйста, хоть каждый день их выводите и, соответственно, ну здесь, конечно, комиссия каждый день, если выводить, вы много потеряете на комиссии, но это делать не надо, делайте хотя бы один раз в неделю, и все будет круто, все будет отлично. Ну что ж, если вам это интересно, если вы все-таки надумали не терять свои упущенную выгоду, да, так скажем, а зарабатывать, пожалуйста, я дам под этим видео ссылочку, вы сможете по этой ссылочке перейти на страницу с обучающим видео компании BitClub, посмотреть, как это сделать, вступить в проект. Ни в коем случае не вступайте в проект просто так. Еще раз говорю, вам нет смысла там регистрироваться, если вы не собираетесь оплачивать и, скажем так, становиться инвестором. Ни партнерка не будет работать, даже на сайте все будет урезано, вы даже не увидите вот этот интерфейс, который есть у меня. Это все будет доступно после оплаты. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне их на сайте, в комментариях, либо в мою поддержку. Я всегда там отвечаю. Пожалуйста, вот здесь, если вы напишите в комментариях под вот этой статьей, да, BitClub, отзыв о проекте, мой личный опыт работы, я вам с удовольствием отвечу. Если вы мне это напишите в поддержку, я тоже вам с удовольствием отвечу. Поддержку можно найти, соответственно, внизу моего блога. Вот здесь есть такая кнопочка «Контакты», да, либо вот здесь есть служба поддержки. Все просто, все элементарно, никаких сложностей нет. Я все расскажу, все покажу. От вас только желание инвестировать, желание зарабатывать и, в принципе, выполнять то, что вам говорят. Если вы этого не делаете, вы не зарабатываете. Я вам уже сейчас на личном примере показал, да, сколько вы потеряли. Мы не будем говорить о моем конкретном примере, мы можем говорить о ваших примерах. Вы могли внести другую сумму, вы могли купить там другой пакет и так далее, да. Но в любом случае вы бы заработали приличные деньги за это время. На данный момент вы упустили уже эту возможность. Но сделать, начать не поздно никогда. Да, биткоин как рос, так он и будет расти. Он, у него рост плавающий, он растет, потом падает, потом растет, потом падает. Но всегда он в долгосрочной перспективе растет. Он никогда не падал, да, настолько, чтобы прям это было как-то критически. Ну что ж, друзья, решайте сами, интересно вам это или нет. Принимайте решение, кликайте по ссылке, смотрите, регистрируйтесь, оплачивайте, входите в проект и зарабатывайте. Тем более в нашей команде работать очень интересно, мы помогаем, у нас есть обучающий портал, и потом, когда вы там работаете, приводите новых клиентов, я также вас со временем могу добавить в свой личный телеграм-канал, где уже лично все подсказываю, помогаю, мы даем там уже продвинутые инструменты и всякие остальные прикольные штучки. Ну что ж, ладно, за вами решение, я рассказал, показал, а вы уже думаете. Всем пока, увидимся.